Нет, так жужжат не мухи, а маленькие спортивные дроны, которые прилетели на мультиспортивный фестиваль в Барнауле. Цель беспилотников – показать наилучшее время. Главная трудность для спортсменов, которые ими управляют – пространство. Оно меньше, чем на обычных тренировках, примерно в полтора раза. Обычный куб может 9 на 12 метров примерно быть, то есть при соревнованиях. При случае с мини-дронами, то это может быть даже размер со спортзал. То есть ребята, как правило, привыкли тренироваться именно в кубе, например, 6 на 9 метров там, и так далее. Кстати, попробовать полетать в такой коробке после соревнований могли все желающие. Однако, чтобы маневрировать на профессиональном уровне, нужно примерно год отработать на симуляторе. В противном случае дрон можно запросто разбить. Особенно легко это сделать непривыкшим людям, пилотируя от первого лица, когда картинку передает камера. Если смотреть со стороны, можно так трассу пролететь? Да, это визуальное пилотирование. Нас тоже ему обучают. Какой сложнее? Скорее всего, визуальное, но... У пилотирования от первого лица есть различные виды – гонки, фейстайл, где выполняются различные трюки. На выставке были не только спортивные дроны, поселились там и летающие ежики. Также были и военные беспилотники, которые используются для дистанционной разведки и сброса небольших снарядов. Данный дрон, он не производится. Он покупается, в частности, это все в Китае. А в Барнауле мы изготавливаем вот эту сбросную систему. Это уникальная система, которая разработана именно здесь, производится здесь, в Барнауле, полный цикл. И предоставляется бойцам в зону СВО бесплатно. Также на 3D-принтере в Барнауле производятся оболочки для сбрасываемых снарядов, которые используются в зоне боевых действий. В них можно положить предпочтительную взрывчатку. Кстати, в краевой столице обучают операторов таких БПЛА для СВО. Также у недавно появившейся организации спортивных дронов края есть планы по продвижению в школах кружков. На занятиях дети смогут собирать и программировать беспилотники. Данил Кузнецов, «День с толком».